России. Моему ребенку 6 лет, у него диагноз аутист. На дистанционных лечениях с центром Бердавид мы уже 4 месяца. За это время ребенок изменился. Он более начал понимать обращенную речь к нему, контактировать со своим младшим братом, ложиться спать в 10 часов вечера. Раньше у нас это было 12 часов ночи. И впервые сказал слово «мама». Хочу поблагодарить центр Бердавид за ихнюю помощь. И еще. Все дистанционные лечения, которые проводит центр Бердавид, абсолютно бесплатно. Спасибо вам большое. Меня зовут Даша, я из Казахстана. Моего сына зовут Кирилл, ему сейчас 4 года. Мы проходим бесплатное дистанционное лечение в центре Бердавид чуть больше 2 лет. Если быть точным, то уже 2 года и 4 месяца. И за этот период времени у ребенка огромное количество положительных изменений, только положительная динамика. И в декабре 2019 года мы ездили на очное лечение, после которого ребенок еще быстрее начал восстанавливаться. Вот. В этом видео я хотела бы выразить огромное восхищение и свою благодарность, потому что действительно здесь мы, это не раз говорила, получили надежду, веру в свое будущее, в исцеление ребенка, сохранение семьи, здоровье родителей. Вообще огромная-огромная вам благодарность, низкий поклон за все то, что вы делаете для всех нас. Если говорить кратко, да, то какие изменения были? При дистанционной работе у моего сына в первые же дни уже нормализовался сон. У него прекратились ночные истерики, вообще истерики сократились. Через 2 месяца после того, как мы общались, начали общаться с Давидом, у него появилось новое слово «мама». Это одно из первых слов. Потому что до этого он просто рычал, мычал, непонятно какие звуки издавал. И нам это было горестно видеть, потому что ребенку уже было больше 2 лет. Вот. И мы, проходя дистанционное лечение, мы перестали ходить по врачам. Мы не лечили его медикаментозно. Мы ничего ему не давали абсолютно. Кроме витаминов, и то с очень большой осторожностью. Вот. Мы не ходили по каким-либо там логопедам, дефектологам и различным специалистам, диагностам. Не мучили его вообще никак. Восстанавливались только дома. Единственное потом, когда мы уже посетили очное лечение, посетили сам центр в декабре 2019 года, потом мы уже пошли к логопеду. Вот. У моего ребенка с рождения была врожденная гидроцефалия, выраженный гипертензионно-гидроцефальный синдром и, как следствие, повышенное внутричерепное давление. Это было видно визуально, потому что неестественно большая голова была, нависающий лоб. Голова была очень часто горячая, без поднятия температуры, да. И это нам устранили только при очном лечении в центре Бердавид. У него форма головы изменилась. Да, можно в это не верить, можно сомневаться, но у меня есть фотографии. Это мои все родственники подтвердили, что и даже голова уменьшилась. Сейчас у него она не горячая, хорошей, правильной формы, округлой. И ребенок продолжает развиваться. Можно отследить во всех видеоотчетах, которые я делала, всю динамику. Хочется немножко сказать тезисно, да, дистанционная работа, когда началась, в первую очередь у него нормализовался сон. Прекратились истерики. Затем, как я еще говорила, да, вообще истерики практически сошли на нет. Вот. Затем он стал пытаться новые слова говорить, как-то нас слушать, откликаться на имя, смотреть в глаза. После очного лечения у него пошла речь, у него изменилась форма головы. Он стал послушным, он стал ходить за ручку, он перестал от нас убегать. Можно вообще бесконечно перечислять. Но сейчас, на сегодняшний день, ребенок ходит в обычный детский сад. Он разговаривает, он излагает свои мысли, он стал отвечать на вопросы. У него появился диалог, он играет, взаимодействует с братиком. Не только с братиком, но и с другими детками. Вот, и, в общем, ходит в садик на весь день, воспитатели его хвалят. Он там спит, кушает и как бы дома себя достаточно хорошо ведет. Вот. И вот эти все изменения произошли благодаря дистанционному очному курсу лечения. И мы сейчас также продолжаем обращаться за помощью. Но ребенка, повторюсь еще раз, его просто не узнать.
то, что было и то, что стало, это, конечно, небо и земля. Спасибо вам огромное. Мы будем вам всю жизнь благодарны. Вы наши спасители. Спасибо. И хочу сказать всем родителям, чтобы обязательно при дистанционной работе замечали любые малейшие изменения, фиксировали их, потому что все начинается с самого маленького шажка. Чтобы не теряли веру в своего ребенка, а именно старались выходить из этой депрессии именно здесь. Именно Давид. Да, молодец. В этом мне помог. И поэтому... Я безмерно благодарна этому центру. Я очень люблю их создателей, Давида и Йосефа, Эйхель. Спасибо вам огромное. Тётя Давид, привет. Я скучала по тебе. Спасибо за помощь. Здравствуйте всем. Наш очередной видеоотчет по поводу очного лечения в центре Беэр Давид. Немного предыстории, как мы попали на очное лечение. До этого мы с 2017 года знаем Давида, проводим сеансы. Поначалу это было по скайпу проводили, потом уже по WhatsApp начали. И в 2019 году, в конце года, декабрь было месяц, Айдар заболел, температурил, всю ночь температурил. Я написал в чат, как сбить температуру, там, что сделать, там, при как, ну, на какого случая можно сбивать, на какую температуру лучше не, что делать, чего не делать. Ну, так написал, совет попросил. И буквально минут через 5-10 Давид сам перезвонил нам. У нас было 7 утра по местному времени, по израильскому, наверное, 4 утра было. Он сам перезвонил, провел сеанс с нами. Айдар лежал тоже рядом во время сеанса. И после сеанса он пригласил нас к себе на очное лечение в Иерусалим. Он сказал, приглашаем вас на очное лечение. Как бы покупайте билеты. И на проживание здесь, проживание в гостинице. А то, что именно лечение, он все сказал за наш счет. Как бы не бесплатно, а получается всех специалистов Давид сам оплачивает. Потому что кроме Давида и Йосефа, там есть другие специалисты, которые работают. Гид Андрей, встреча, провод, прогулки по Иерусалиму, это тоже все оплачивается Давидом. Как бы это все было за его счет. Мы прошли лечение, очное лечение, как бы бесплатное получается. За это мы ему безмерно рады. Всегда об этом вспоминаем. Всегда благодарны. И я, насколько я знаю, не мы первые, не мы последние, кто там проходит бесплатное лечение. Он как бы периодически приглашает. Некоторым даже билеты оплачивает, чтобы исцелить ребенка, заодно и родителей. И, то есть это бесплатно, это не значит, что он что-то недополучает или получает не в том объеме. Все как обычно, все как проходят процедуру, так же и проходит. Все как в обычном порядке. Ничего такого нету. Мы тоже проходили вот 3 недели. 3 недели было. Точно наше лечение. Февраль, конец февраля и март в 2020 году. Что хочу сказать, кто. Ну, после нашего приезда, буквально через неделю, две закрылись все границы. Ну, все начали закрывать границы. И многие, кто хотел, уже не смогли попасть там в то время. Надеемся, что скоро все наладится, все откроется. И детки начнут получать необходимую помощь. А именно в центре Беэр Давид. Я сам знаю очень много примеров, которые детки там выздоровели. Некоторые даже вышли в норму. И некоторые, а большинство там уже сняли диагноз с них.
кто в школу пошел, кто еще что-то там уже. Как бы очень много положительных отзывов. И эти все реальные, я со многими родителями общался, знаком лично. Думаю, тоже мы медленно, но верно тоже выздоравливаем. Спасибо за это Давиду, Йосефе и всем остальным специалистам центра Бейер Давид. Так что не унывайте, звоните, дозванивайтесь. Хотя бы до очного лечения нужно хотя бы дистанционно там. Тоже очень хороший эффект дает дистанционное лечение. Кстати, дистанционное лечение абсолютно бесплатно всем проводят. Так как сейчас уже родителей очень много стало, проводятся уже коллективные сеансы. Но в любом случае дозванивайтесь. Контакты есть на сайте Бейер Давид. И проходите лечение, выздоравливайте. Всем желаю удачи. До скорой встречи. Всем здравствуйте. Меня зовут Валерия. И в этом видео хотелось бы рассказать, в чем разница между дистанционным лечением в центре Бейер Давид и лечением непосредственно в Израиле в центре Бейер Давид. Наверное, сложно это все описать словами. Но если представить себе общение по телефону, каким бы оно четким и качественным не было, это просто общение по телефону. И не идет ни в какое сравнение с теми моментами, когда вы находитесь рядом с близкими людьми, и можете ощущать просто присутствие человека, его энергетику, его настроение, его отношение к вам и все, что происходит вокруг человека. И, несомненно, общение по телефону в плане лечения, оно приносит свои немалые плоды. Я благодаря общению по телефону увидела первые изменения с первого же сеанса в сыне. Он стал лучше смотреть мне в глаза, он стал сосредотачиваться на мне, он стал играть игрушками. И во время первого сеанса я первый раз ощутила объятия своего ребенка, осмысленные и целенаправленные. Но хотелось большего, я видела результаты, и я хотела увидеть, что же тогда может дать общение воочию с людьми с такой сильной энергетикой, как Давид и Йосеф. И нам с сыном посчастливилось побывать в Израиле. Я скажу, действительно, разница, она просто потрясающая. С первого дня мы ощутили такое тепло, заботу, понимание. Нас встретили как родных людей, и мы попали в прямом смысле слова домой. 3 недели пролетели как один день, который вот был украшен просто пребываниями в разных исторических местах, в местах силы, в местах намоленных, с серьезной энергетикой, с просто грандиозным каким-то чувством духовности и наполненные места человеческой какой-то осмысленностью. Я не знаю, мне сложно выразить это все простыми словами. Просто представьте, что вы попали на секунду в то место, где находится начало всех начал, источник энергии. Это то, что изначально было создано до нас, и то, что будет стоять еще много веков после нас. Наверное, это действительно источник силы. И пребывая в некоторых местах, просто получаешь сумасшедший заряд энергии и желание жить. Прошел год с момента нашего пребывания в Израиле, и у меня до сих пор чувство, что это было вау, это
Не описать словами, наверное, да. Забываю русский язык, когда вспоминаю про Израиль. Само лечение, оно также было очень разнообразным. Мы прибегали к различным методикам, пребывая там. Это и лечение энергетикой, и еврейский хилинг, и крайне сакральная терапия, и восточные техники, и много-много всего было применено в отношении меня и сына. И это, конечно, дало свои результаты. Я чувствовала прилив сил, прилив энергии. Я до сих пор чувствую, что моя жизнь значительно изменилась после пребывания в Израиле. Ребенок значительно быстрее стал развиваться. И на данный момент у нас уже хорошо построенный есть диалог. Он у меня личность, и личность, которая непросто. Я скажу, если раньше он был абсолютно покладистый, меня это устраивало, сейчас я горжусь тем, что мой сын — это маленький человек, у которого есть свои эмоции, мысли, свои чувства, который там мечтает, который знает, который умеет разговаривать со мной, и мы с ним на одной волне. Этим я очень обязана центру, и скажу больше, что, наверное, никто не может испытать большую благодарность, чем мать за здоровье своего ребенка. Спасибо большое центру, и я желаю вам процветания. А тем, кто смотрит этот канал, хотелось бы сказать, что разница на самом деле в том, что просто оказываешься рядом с близкими людьми, оказываешься дома и находишь поддержку среди близких тебе людей. Спасибо большое всем. До свидания. Меня зовут Дарья. Я хочу рассказать, как не так давно Давид дистанционно мне помог справиться с коронавирусом. Все началось с того, что сначала заболел мой младший ребенок. У него изначально была только высокая температура, но через несколько дней началось расстройство пищеварения. Температура за 39 держалась неделю, и в какой-то момент я уже не выдержала, позвонила Давиду, попросила помощи. Он провел сеанс, и температура снизилась. И после этого ребенок пошел на поправку. Через неделю после этого заболел мой старший сын вместе со мной в один день. У него также была высокая температура, но его иммунитет быстро перебрал вирус, и через 2 дня, можно сказать, он полностью выздоровел. Если у моих детей была высокая температура, которая толком ничем не сбивалась, то у меня была совсем незначительная, она 37,1, 37,2, но при этом я чувствовала себя ужасно. Была дикая слабость, я даже сначала думала, что на меня напала какая-то лень или хандра, ничего не хотелось делать, но потом появились другие симптомы, это жуткая головная боль, которая ничем не купировалась. И вроде бы температура была небольшая, но меня ужасно трясло, морозило. И ничего толком в руках не могла удержать. Кидало меня то в жар, то в холод. Увеличились поднижнечелюстные и шейные лимфоузлы. Также возникло странное ощущение. Очень сильно болела кожа спины. Больно было прикоснуться к спине, как будто вот после загара. Больно было лежать на спине. Хотелось очень сильно снять одежду из-за боли. Затем прибавилось расстройство ЖКТ. Была потеря аппетита. У меня очень-очень сильно болел живот. И я уже решила сдать ПЦР-тест на коронавирус, но к врачам я не хотела обращаться, потому что понимала, что на данный момент в Казахстане у нас больницы переполнены, у врачей огромные нагрузки, да, и как бы понадеялась на себя, посчитала, что если это коронавирус, то в совсем легкой форме, хотя очень многие мои знакомые, молодые, до 30 лет, перенесли тяжело в стационарах. И состояние мое вот ухудшалось с каждым днем, я уже болела 5 дней, температура с каждым днем повышалась, появилась боль за грудиной, было трудно дышать.
В этот день позвонил мне Давид, он очень сильно помог. Верите или нет, мне сразу стало легко дышать после сеанса. Я ему об этом сразу рассказала. И до разговора с Давидом у меня была температура 38. После сеанса я почувствовала, что температура снижается, потому что я очень пропотела. Померила, действительно, на градуснике было 36,8. После этого температура не поднималась выше 36,6. После сеанса. И потом у меня появились силы выйти на свежий воздух. Я, естественно, ни с кем не контактировала. Немножко подышала возле дома и зашла домой. Вот. На следующий день пришел результат теста на коронавирус. Оказался он положительным. Но в этот день я уже себя чувствовала гораздо лучше благодаря Давиду. И он в этот день мне позвонил. Опять же, оказал помощь. Буквально поставил меня на ноги за 2 дня. Вот. И... Конечно, да, возможно, многие скажут, что относительно у меня молодой организм, я бы справилась сама, но могу сказать точно, что нет, потому что мое состояние ухудшалось, мне уже советовали делать КТ, я не хотела ложиться в больницу, потому что мама маленьких мальчиков погоды, которых мне просто некому оставить, я в первую очередь думала об этом, и также некоторое время назад у меня была сильная аллергическая реакция на антибиотик, был утек квинки, и теперь если лечить, допустим, осложнение вируса или какой-либо, да, там, инфекции бактериальной, то нужно именно точно знать, какой антибиотик мне подходит, какой нельзя, потому что имеется опасность анафилаксии, и вообще к препаратам относиться очень осторожно. Именно поэтому я очень сильно благодарю Давида, потому что обошлось без медицинской помощи, без обращения в больницу, потому что состояние мое требовало уже вмешательства врачей. Хочу поблагодарить и сказать спасибо за неравнодушие, за ваше доброе сердце, потому что вы всегда оказываете помощь в трудную минуту, когда действительно это нужно, это важно. Вот. Спасибо за то, что вы такие волшебники у нас есть. Это сотрудники центра Биер Давид. Вот. Пусть все добро, которое вы делаете людям, обязательно вам возвращается в 1000 раз больше, чем вы дарите людям.